Сегодня в Астане прошло заседание Республиканской ассоциации кафедр Ассамблеи народа Казахстана, посвященное обсуждению книги главы государства «Эра независимости». Эта книга – летопись истории независимости нашей страны, написанная от первого лица. В ней президент отразил самые яркие моменты становления внешнеполитической стратегии государства. С самого начала мы ясно осознавали, что главные козыри Казахстана – это не внушительные запасы оружия массового поражения, а открытость, миролюбие, здравомыслие и моральный авторитет. Они наделяют безъядерное государство гораздо более действенной силой, чем сотни и даже тысячи боеголовок. Такая политика использования отказа от смертоносного оружия для укрепления долгосрочной национальной безопасности может служить образцом на все времена.